Доброго всем дня. Стою в капюшоне, укуталась. Холодно на улице, дожди, холод. И вот под вечер выглянуло маленькое солнышко. Маленькое, но приятное. Сейчас будет видео немножко ранней весны, когда еще было так жарко, как для весны. Вот, и расскажу там, покажу, вернее, на видео печь из плиты, которую смастерили мои мужчины. Там немножко что-то убрали, допилили, сняли, отняли, отобрали. И получилась печка для того, чтобы сжечь лишние всякие дрова, ненужные палки. И таким образом экономить, допустим, газ. Вот, экономия газа в деревне, скажем так. Мы греем воду для определенных технических нужд. Ну, куда надо, в общем. Сейчас все покажу. И немножко обзор огорода, который еще не зазеленел, но уже начал просыпаться. Мастеровые вы мои. Сейчас покажу печку, которую смастерили мужики. Значит, старая плита. Внутри попытаюсь показать. Внутри, значит. Что там, как ты называешь? Сделали типа колосники, да, или что это? Ну, из старой решетки от кроликов, да, из клетки от кроликов. Вот. И положили туда дрова. Закрываю, дымится. Лишнюю жирность. А? На воду ловим. Вот. И теперь здесь греется вода для разных технических нужд. Уже скоро закипит, вот уже начинает кружиться. Быстро очень. Ну, что, костер большой, да? Давай, слазь. Дай мне, пожалуйста. Немножко моего огорода, пока еще не совсем зеленого. У меня такая радость, моя клубника зацвела. Клубника посажена в прошлом году в мульчу. Не знаю, все ей туда там... Давала всю траву, которая была в огороде, все ее мульчировала. Вот к весне ничего, голая земля рядом. Значит, посадила я полностью здесь, вернее, посеяла фацелию, для того, чтобы ее потом срезать и опять замульчировать клубнику. Значит, это вот один сорт, самый какой-то у меня пораньше зацвел. Здесь местный, отколупала я из старых хозяйских каких-то клубничных грядок. И мой какой-то купленный, опять-таки без названия, что-то я вообще потерялась в этом мире. Вот так. Будет свисти. Бутоны и стрелки выпускает. Ура! Ура! Троекратное ура! Я очень рада, потому что это такая самая первая моя самостоятельная клубника. Ну, почему самостоятельно? Потому что все время садила кому-то, не себе. И такие там бутоны завязываются. Не могу, обожаю тут всю зелень. Обожаю, обожаю. Ай. Я думаю, что надо любить это все, чтобы садить и не чувствовать усталости какой-то. А рядом соседи картошку садят. А мы немножко посадили картошки. А всего посадили, и еще всего посадим. А также хаос грядки, все у меня хаос. Пока хаос везде. Вот этот лук на зелень, на еду. Так, такая тропинка из лука. О луке у меня отдельное видео будет, какой сажу. Для каких целей. И что с ним делаю? Салат. Мой любимый салат Мишутка. Уже давно проклюнулся. Это из личных уже семян собранных. Ура! Салат магазинный еще где-то спит. Здесь дальше должно продолжение быть салата магазинного. Но он где-то там еще, наверное, дремлет, я так понимаю. Нет его. Ну, есть там некоторые экземпляры встречающиеся. Где-то вот такие вот экземпляры встречаются, но пока мало. Мало-мало. Красиво.
Красота. Ну вот, на фоне все того же огорода, который только что было на видео. Вот только в солнечных лучах заката. Очень-очень здорово. Холодновато, правда? Скорее бы наступило это лето. Лето, где ты? Солнце пасутся, козы. Здорово жить. Деревня. Немножко у нас окраина деревни. И здесь вот так есть такие просторы. Вот. Ну все. Желаю вам всего доброго, красоты на ваших участках, хорошего урожая, несмотря на погодные условия в этом году. Смотрите, что дальше буду снимать, что буду выращивать, рассказывать буду, задавайте вопросы. Всем до свидания!